Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Намибии подписали совместное коммюнике, в котором отражены направления сотрудничества на ближайшую перспективу. В частности, достигнуты договоренности активизировать взаимодействие в горнодобывающей сфере, в сельском хозяйстве, в областях инвестиций, высоких технологий, образования и туризма. Намибия намерена всячески помогать продвижению белорусских товаров и техники на свой рынок, а также созданию совместных предприятий по выпуску белорусской сельхозтехники. Внешнеполитические ведомства договорились максимально содействовать контактам между торгово-промышленными палатами и бизнес-кругами двух стран. На 10 безработных в Минске приходится 12 вакансий. Такие данные опубликовал Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингурисполкома. Стабильной остается потребность в кадрах в сферах здравоохранения, образования, торговли и услуг. А вот желающих устроиться на рабочие специальности на рынке труда больше, чем предложений. Вместе с тем, с начала года на постоянную работу в столице трудоустроено свыше 11 тысяч белорусов. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Виктора Турова. Легендарный белорусский кинорежиссер входит в список 50 известных кинематографистов мира. Он известен своими фильмами на военную тематику, среди которых «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Война под крышами». Одна из самых знаменитых работ – экранизация трилогии Мележа «Полесская хроника». Сегодня в Минске в честь Виктора Турова пройдет «Вечер памяти», будет открыт мемориальный знак.